Уже давно получил часы с AliExpress. Распаковку не снимал, но вот они выглядят следующим образом. Большой циферблат. Данных часов очень много сейчас продается. Сделаны по аналогии с часами, известными как G-Shock. Данные часы называются S-Shock. Сделаны очень качественно. Имеют подсветку. Также есть календарь, будильник, секундомер. Стрелки обработаны составом, который излучает свет в темноте. Все кнопки функциональны. Вот такой вот резиновый браслет. Имеют аналогов и аналоговый циферблат. Ну и электронный. Хорошие часы, достаточно легкие. Вот так часы смотрятся на руке. Спортивные мужские часы. Имеют степень защиты от влаги, воды. Не знаю, не проверял, но как указывает продавец, до 30 метров выдерживают нагрузку воды. Также вот этой вот головкой можно регулировать время на аналоговом циферблате. При регулировании часов они не имеют синхронизацию с электронным дисплеем, то есть электронный дисплей регулируется отдельно, выставляется время, и аналоговый циферблат тоже отдельно. Рекомендую часики либо себе, либо в подарок друзьям. Стоят недорого. Если правильно помню, около 800 рублей. Качество явно превосходит цену для таких часов. Посмотрим, сколько отходит на одной батарейке и вообще.
Ну а так часы неоднократно подвергались воздействию влаги, как то дождь или мытье рук. Ну, пока проблем никаких нет, да думаю, и не будет. Кому интересно, ссылка под роликом. Пока.